Пуск! Я Береза! Машина подготовлена ко всем условиям среды. Будь ли это зима, весна, осень, проходимость у нее просто замечательная. Все цели были поражены. Было поражено склад с боеприпасами, штабы с наемниками. Боеприпас считается управляемым, который ориентируется по местности. Данное изделие может пролететь до 500 километров. Ракета ориентируется по местности, по карте, которая в нее загружается. Летит по рельефу местности, определяет, что дальше ей делать. Интереснее работать со всеми боеприпасами, которые доставляются нам. Мы находимся на точке пуска, делаем пуск, и нам сразу же нужно приехать, и чтобы нас зарядили новым боеприпасом. Вот. Мы подъезжаем. Обычно транспортно-заряжающая машина уже находится на технической позиции, где мы уже начинаем перегружаться. С моими товарищами по машине мы уже служим более 4 лет. Всегда готовы поддержать друг друга и помочь, чем можно. Даже неважно, дома это или здесь. Кто-то любит спорт, кто-то любит более такие... поиграть в компьютер, можно сказать. Всегда найдется разговор, всегда мы поддержим его. И уже как семья, можно сказать.